Коллективная фото. Смотрим, на камеру. Показывает главное. Это команда, которая на самом деле с вами тоже была на поле. Самая такая команда, которая получает больше всего шаров. Это команда судей. Давайте им похлопаем. Старший судья у нас. Капитаны, шаг вперед. Капитаны. Огласим итоги. У нас сегодня, получается, играли команда. Команда Альфа, команда Неудержимый, команда Вежливые люди, команда Кингсмены. Также у нас, получается, команда Адреналин, команда Дарк Сайд. Ура, товарищи, ура! А вот теперь, пока меня не перебивают, все-таки, на самом деле, у нас был спортивный турнир. У нас есть призовые места, призовые начинают с третьего места, правильно? Все согласны? Да. Итак. Приглашается капитан команды, занявший третье место в турнире по спортивному пейнтболу, капитан команды Кингсмен! Прям как на боксерском. Пригласи свою команду. Команда Кингсмен выходит. Вы детям медальки только дайте папаше, блин, а то сейчас опять плакать будут. Один папаша. Один папаша? Не, не один такой. Я медальку не отдал. Самое время к тому, чтобы делать фотографии. Итак, ребят, под ваши аплодисменты, под вашу поддержку. Все-таки пейнтбол от большая семья. Вручаются памятные медали и награды. Команда Кингсмен! Ребят, на самом деле мы сделали три вида медалек. Первый вид медальки — это ичкеевская маска, V-Force и КЛР. То есть кто как кого любит, кто в чем бегает, может себе такую медальку выиграть. А? Никого не отделили! Раз, два, три. Не уходим. Второе место в нашем турнире, 5 на 5, заняла команда Альфа. Выходим! Ура! Под аплодисменты всех присутствующих получаем свои награды. Молодцы, ребят. Ну и, конечно, первое место. Команда Неудержимая! Ни хрена себе, вот до хрена, блин. Еще! Нет, ребят, а самое главное, знаете в чем? Вашей победы бы не получилось, если бы не было еще команд. Соответственно, тоже на общее коллективное фото. Со всеми медалистами. Я приглашаю. Нахрен пошел так вот, подержи. Ага. И самое главное, судейская команда. Под ваши аплодисменты. А теперь вопрос. Уважаемые пейнтболисты, для того, чтобы была улыбка на лице, какое слово нужно говорить на счет три? Сиськи! Даже не обсуждается, согласен. Итак, пейнтболисты, готовы? Внимание! 10! 9, 8, 7, 6, 3, 2, 1! Пати дубль 2. На счет 3. Раз, два, три. А ну теперь можно. Все стоим на местах, можно я пару слов скажу. Сегодня мы провели турнир. В принципе, финальные игры вообще были шикарные. Со своей стороны, что могу сказать? У нас тоже сложилось свое понимание, то, что у нас на сегодняшний день происходит со спортивным пейнтболом. Хотелось бы, знаете, что отметить. Все мы здесь стоим, все хорошо, все хлопаем, но хотелось бы отметить несколько людей. Во-первых, у нас есть одна девушка, которая играет. Это да! Что понравилось сегодня? Ну, команда, мне вообще всегда нравится команда, которая занимает первое и последнее место, скажем так. Последнее, ну, не буду про них ничего не говорить, потому что я злой на них.
Ну, а команда, которая заняла первое место, я думаю, оправдала сегодня свое название. То есть еще раз аплодисменты. У нас по мнению судейской бригады мы решили определить того игрока, кто был лучший на сегодняшний день, и именно тот человек, который продвинулся в плане пейнтбола. Старых это не касается, сразу говорю. Поэтому мы решили выбрать того человека, который работает с каждым годом на перспективу. Его зовут... Что, не угадали, да? Юльчик, что ли? А? Юльчик. Нет. Леха. Короче говоря, мы решили, что на сегодняшний день человек, который делает перспективу в пейнтболе, парня зовут Роман. Больше! Я тебе говорил, штаны портовые. Династия рулит, поэтому это на сегодняшний день мы посчитали, что это самый перспективный из нас игрок. Аплодисменты. Молодец! Пам-пам-пам-парам! Ну и дальше, конечно, большая благодарность Андрюхе. Андрюха, ты это потом смотришь. Всем большое спасибо, то, что сегодня отыграли. Большое спасибо судейской бригаде, которая сегодня помогала, и тем людям, которые это организовали и помогали нам. Ну, косяки были? Нет. Судейству. Ну, я этого не говорил, они были, но я этого не говорил. Поэтому всем большое спасибо, еще раз друг другу аплодисменты. Ребят, чисто от нашего коллектива пинбольных игроков мы хотим наградить вас каждого медалькой, потому что в тот раз уехали у нас кубки непонятные. Спасибо. Куда уехали, зачем уехали. То есть те парни, кто судили, получают... Кто был на судействе. Да, пинбольных. В принципе, кому сейчас не дал, кто судил, подходите, я вам дам. Даня, ну медалька, ты чё? Так, вот, ты же судил. А, ты ж тоже судил? Кто-то вас много судил, а на полке. Ты судил? Да. Даня судил. Я судил. Кому медаль куда чё? Где? Я судил. Самый главный судья. А я дал? А, тебе? Нет. Чем здесь ты? Хотя бутылку коньяка могли дать. Просто. Еще раз аплодисменты. Или вот. Я не прошу, как говорит, победали. Я первая за лучшую. Все, всех спасибо. Остаются те парни, просто которые судят. И остаются те парни, которые хотят участвовать в турнире 2 на 2 и 1 на 1. 2 на 2 медальки будут. 1 на 1 медальки тоже будет. По желанию. И... Что? По итогу двух турниров будем подытоживать и там какую-нибудь порно-гифку я сделаю на сайте. Ну а там либо альфа, либо не альфа. Все, ура! 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 Все, Рома, расслабься, молодец. Все, штаны отдай.